Год назад, в начале специальной военной операции на Украине, у меня погиб сын, майор Росгвардии Дмитрий Валерьевич Безбородов. Ну, и сразу на похоронах, как бы, наша федерация решила по прошествии года провести матчевые встречи, но если получится, конечно, ну, для начала матчевых встреч, турнир сразу мы не организуем. Было заявлено в комитет по спорту, что будут матчевые встречи, однако это нигде начальником спорткомитета не означалось. Нигде это не было оговорено, что провели, как бы она, как мне сказали, она вычеркнула это мероприятие из своих списков. Это участие у нас 60 человек. 60 человек. Но мы приглашали, как бы, ну, за приглашение был ответственный я. И у нас там некоторые тренера с другой бригады, они как бы возмутились, что их не пригласили. Но у нас и не было в плане их приглашать. Мы решили провести матчевую встречу, вот вообще мальчишки, которые первый раз вышли в ринг. Ну, первые бои в ринге вышли, ну, как бы своих, ну, где у нас пар не было, мы пригласили других тренеров, которые в этой школе тренируются. Ну, и пригласил я тренеров с города Вольска. Ну, и тоже там, как бы, они, может, я скажу, что чужой, но там Евгений Анатольевич Кочкин, он мне как бы не чужой, мне является дальним родственником. Я как бы не могу его от памяти сына поставить в сторону. Поэтому они привезли несколько ребят от Вольска, ну, и заодно здесь, как бы, отработал судьей, помогли в проведении. Мы ни копейки бюджетных денег мы не потратили, мы все это провели. Призы в МПЛА заказали, призы купили, там врача оплатили, все за свой счет. Патриотическое мероприятие, чтобы мальчишки знали, что готовы немножко были, что у нас страна, как тяжелое положение. Ну, поднятие патриотизма, воспитание в духе. После проведения начались как бы вопросы, почему провели, как провели, на каком основании провели. Где милиция, где, ну, как бы, полиция должна присутствовать, где врачи, хотя у нас врачи были. И матчевые встречи, они не предполагают, как бы, охрана порядка. Матчевые встречи – это мероприятие внутришкольное. Это не соревнование, это учебный процесс. Ну, врач у нас присутствовал, врача мы, как бы, приглашали, врач у нас присутствовал. Ну, и после проведения вот начались вопросы такие нехорошие, а где, что, как. И вот мне как бы это возмутило, ну, почему такое отношение к погибшим балаковцам?